Гололед и обильные снегопады стали причиной массовых аварий на дорогах. По сообщению краевого ГИБДД, только за минувшие сутки на территории региона произошло свыше 50 ДТП. Травмы получили 8 человек. В социальных сетях автолюбители делятся видео дорожно-транспортных происшествий. Одно из них произошло с участием общественного транспорта. На участке трассы Барнаул-Павловск водитель рейсового автобуса из-за гололеда не справился с управлением. Машину вынесло с дороги в кювет. Аналогичный случай произошел на трассе Барнаул-Горно-Алтайск в районе Косихи. Между тем, как нам сообщили в ГИБДД края, на борьбу со снегом направлено свыше 400 единиц уборочной техники. В краевой столице за сутки произошло порядка 8 аварий, пострадавших нет. МЧС региона призывает автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам рекомендуют держаться подальше от зданий и незакрепленных конструкций.